могли бы произойти у Тоттенхэма. И 4 победы, и Тоттенхэм стартовал лучше всего за последние 51 год. Год в Англии, и действительно команда сейчас в очень хорошей форме находится. Даже не самую холодную в своей карьере. Теперь все немножко иначе, хотя довольно прохладно в Москве. Вот широко играет на флангах Тоттенхэм, Сон смещается в центр, но здесь потеряли мяч. Слишком много даем пространства сейчас между линиями. Киточку делает, но туда, где находится Эриксон. И сейчас попытка Тоттенхэма убежать в контратаку. Дели Алли пробрасывает мяч, Эриксон ускоряется за ним. Сильно отстает Кристиан, играет паса, и опять свободная зона открывается, но здесь очень сложно было сделать передачу в пятку. Вот попробовал и прекрасно понимаю, что Тоттенхэм, и Денис Луцкий на это обращал внимание, команда, которая держит мяч и делает его убежать. Поэтому здесь тоже надо быть чрезвычайно внимательным. Дели Алли уходит от Вербума, передача. Так, Сон. И двери закрываются, здорово встречает его два. Сыграл, и вот оно начало. Все низко, все спокойно. Перемещает мяч футболисты Тоттенхэма и уже у нашей штрафной. Дели Алли назад, Ваньяма. Он же Сон. Просто Сон. Дели Алли. И увидел он справа включение Трипье. Дался на мяч, остается у Тоттенхэма. Пока вторые мячи забирает Тоттенхэм у чужой штрафной. Вот что неприятно. И разыгрывает и пяткой Янсен. Камари Фернандес. Дели Алли. Широко играет, только нас сейчас перехват. Лосина разворачивается, сделал это, идет и... Дели Алли. Успевает ЦСКА вытинговать соперника. Здесь не ошибаться, что и делает Вербум. Аккуратно вместе с мячом и опять же будут закрывать все возможные зоны. Пусть бросает мяч налево. Сон, мы видим, пока не очень опасен. Он сближается с двумя игроками ЦСКА. Вот как сейчас. Сон и тут же Тошич и Фернандес против него. Сон на Дели Алли. Тот еще один коридорчик пытался сделать передачу. Выход из-за спины. Да не стесняйся, можно сказать, на тоненького. На тоненького и розыгрыш мяча центра поля. ЦСКА забил третий мяч и выиграл 3-2, с чем мы поздравляем команду Александра Гришина. Дели Алли. И опять очень высоко играет центральный защитник. Удар по воротам. Хорошо. Позади. Дели Алли. Игра пяткой. Фернандес. Так уже. И тут было чрезвычайно сложно. Передача на Янсена. Янсен оставляет мяч Дели Алли. Появились зоны в середине у ЦСКА. Но здесь опять Вербум просто выжигает. Сегодня всю середину ставит корпус. Здесь Вербум. Великолепно. Великолепно. Аккуратно сыграл Вербум. Какой удар Дели Алли. Практически шага, да, с места пробил сейчас Дели Алли. И штрафной вылетел, но с мячом остаются игроки Тоттенхэма. Посмотрите, как глубоко сел ЦСКА Дели Алли. Отлегло. Опять Эриксон один. У него есть время, у него есть пространство, чтобы увидеть, как сделать передел. Трауре ткнул мяч вперед. Но здесь, обратите внимание, 4 игрока Тоттенхэма накрывают мяч. И испанский судья посчитал, что Трауре там не... Дели Алли. Вот сейчас далековато от него был Вербум, но успел все-таки в отбор вступить, но неудачно. Но помог здесь Марио Фернандес. Бен Дэвис. Остается мяч у Тоттенхэма. Дэвис помогает. Тошич задержался в центре. Сон с дальней дистанции.